25 февраля 2014 года в Пиральский городской суд поступило уголовное дело в отношении одного из руководителей, управляющей компанией «Уралагрострой». Данное лицо обвиняется в совершении ряда корыстных умышленных преступлений. В частности, в совершении преступлений предусмотрено частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса, которая выражается в хищении денежных средств путем злоупотребления доверием в особо крупном размере. Это мошенничество на сумму более 7 миллионов рублей, причиненное ООО «СТК». Также он обвиняется в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также мошенничество, то есть хищение денежных средств в крупном размере путем злоупотребления доверием на сумму около 100 тысяч рублей. А также в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 174 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть это легализация денежных средств, полученных преступным путем. Данное уголовное дело впервые было назначено в рамках рассмотрения предварительного слушания. Вчера по результатам проведения предварительного слушания было назначено основное судебное заседание 29 марта на 9 часов.